Чи виш цей Дмитро? А ти яким спортом займаєшся? Як? Зараз цей прикол, тільки що він придумав. Знаєте, яким він спортом займається? Літербол! Вася, мощніший прикол і не зайшов. Добре, дивіться. Є футбол. Є баскетбол. А то типа, я ж казав, що моща. Чуєш це? Дмитро. А подумай там ще якісь такі прикольчики, добре? Давай. Я дуже вибачаюся, що я такий молодий в формі «Динамо Київ» до вас обращаюсь. «Динамо Київ» просто зараз переживає не самі лучші часи. Подивіться, що в нас твориться з правого фланга. Ми не можемо виграти вже 6 подряд матчів в чемпіонаті України. Нам срочно треба повернути Андрія Ярмоленка. Це дуже дорога операція. Мальчик зараз знаходиться в Німеччині на реабілітації. Усі документи є на руках. Кому не байдужа доля «Динамо Київ» по гривні, по дві, пожалуйста. Я вас дуже прошу. Все вы наверняка видели, как болельщики сборной Исландии встречали свою футбольную сборную. Но мало кто видел, как встречали сборную Украины. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Борисполь 2 часа назад. Мужики, ну мне уже домой пора, давайте. А можно еще водки? Весь алкоголь вы выпили еще перед взлетом. Еще подвезут. Уроды кривоногие, как можно было так играть? Алло, мама, я ж просил, чтобы вы не приходили меня встречать. Мужики, все, давайте. Удачи, пока. Да, давай. Давай. Коноплянка, что самый хитрый? Пилота переоделся, думаешь, никто не узнает, сядь на место. Да что мы их боимся? Меня вообще называют украинский Месси. Ой, то, что у тебя тоже 21 месяц условно. Еще не делает из тебя Месси, сядь. Выходите из самолета, это наше последнее предупреждение. Слушайте, мужики, надо что-то делать. Давайте кого-то на переговоры пошлем. Ну, кого не жалко. Дядь Толь, Тимощук, сходите вы. Они, походу, двери заколачивают. Так, вы сами виноваты. Вы играли по схеме 4-4-2. А нужно было играть по схеме Лобановского. По схеме кого, я извиняюсь? Все, я открываю аварийный выход. Так, Коноплянка, взлетай! Взлетай! 2 года назад наша сборная по футболу обыграла сборную Испании в выездном матче со счетом 1-0. Посмотрим на реакцию футболиста Торнике Укриашвили, который забил этот решающий мяч. Это будет шутка, которую вы поймете даже на грузинском языке. Сакартоло катавида, как же тема закатавида, Сакартоло Укриашвили встал, Чарджари Моши Калгат, Аргиачи Кауришевита, Чарджари Моутварди Бахмутали Танкма, гол! Гол! Торнике Укриашвили! Гол! Гол! Це малаце! Гол! 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 Гол!
Славим! В детстве родители не разрешали нам долго играть на приставке на телевизоре, чтоб кинескоп не сгорел. Итак, этот момент настал, кинескоп таки сгорел. Ой-ой-ой. Что сейчас начнется? Сейчас еще и батя с работы придет. Жена, привет! Значит, короче, все, никаких вопросов, все, завтра. Сегодня футбол, а сегодня даже раньше завода відпустили. Значит, короче, я пиво, рыбы взял. Нехай весь мир подождет, пока Ермола гол забьет. Где пультик? Все, тишина. Пап, я гей. Ну, гей и гей, ничего страшного. Самое главное, чтобы мальчик попался хороший. Мы тебе завтра для тёти Светы отправим, она тебе яичком по спине помотает, все пройдет. Что ж такое, все? Пап, тебе мама изменяет с дядей Валерой. Ты гей, мама с дядей Валерой изменяет. Миша, разорваться или что? Да что там все? Привет, це я, Валера. Наши ж раньше на час завода то отпустили. Ну, 200 рублей на наших поставил. Нехай весь мир подождет, пока Ермола гол забьет. Ну, ты понимаешь, а мой сын, дебил, кинескоп спалил. Отче наш, жиеси на небеси, пускай светится имя твое. І нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ох, якщо б мій голубий кінескоп спали, я б вбив би нахрен. Нахрен би вбив! Все, садись, раз прийшов, давай. Папа, перше слово, главное слово. Тихо, тихо, потом допоєш. Все, 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 Ермола, Ермола, побіжав, побіжав. Ля-ля-ля. А що це все на Ермолу похоже, а? Сина, це що ігра? Максим, подвигайся, я походу до тебе.